хорошее начало. Вот для больших «Зенита» это, на самом деле, мне кажется, игра такая с психологической точки зрения будет важная. Потому что, ну вот, в матчах с «Локомотивом», с «Униксом», да, это такое хорошее тренировочное занятие. Это под давлением. Павел Антипов появился. Закрыл там он небо одному оппоненту, но с другой стороны Джон Бро. Но в любом случае 20 потерь за матч это считается довольно уже плохой показатель, а «Зенит» уже на данную секунду идет с опережением графика. Директ. 20 за 8 секунд до конца первой четверти. Вот сейчас воспользовался своими габаритами. Еще могли характеризовать. В игре с «Униксом» не очень он был заметен. От Тима, от его ноги мяч покидает пределы поля. Еще одна потеря. Давайте посмотрим. Да, так выбивал здесь, отлично выбивал Броман. Прям. И опять. Чуть было не получилось, но там Кощеев вроде бы остановился. Пожалуйста, еще 2 очка от Бродмана. Сейчас будет меньше 15% после вот этого промаха. Пушков бросил сейчас со средней. И вот это как бы первый момент, который мне не понравился. Даудова уже, я думаю, что это как раз 15-е очко. Очень здорово опять ворвался Брокман. У Валиева. Хорошо сыграл за получение. Вот какая, вот это была классная передача. Вот. Ну и немало подборов нападения, в общем-то, получается. Брокман, ну, смотрите, вот. Такое ощущение, что его передержал немножечко на бане. Нашего большого тоже где-то проспал ситуацию. Великолепное нападение получилось. 2-0. «Зенит» впереди. Кощеев против центрового соперника. Переваливается мяч. Лима отвечает. Еще раз издали. Подбор средний забирает 32-й номер. Проходит через всю площадку. Передача на Брокмана. И здесь помогает заслоном. Даудов бросает. Тут должен попадать. Все-таки возможность была. И, наверное, можно было чуть раньше бросить. Не так долго думать. Еще раз через Брокмана. И здесь вынужден Кощеев. Кстати, смотреть, как они-то, как немцы в защите держат наших игроков, чтобы понимать бросок. Может быть, тоже не самый легкий мяч, не без сопротивления, но тем не менее реализует. Брокман. Смотрите, разбросался первый. И он же бьет штрафные вместо Буна. Бунуса. Точен дважды Брокман. Сядников и Толсон. Ух ты. Нахально Трайс пошел сейчас через Десятникова атаковать. Индивидуальная попытка обыгрыша. Первой попытки не получилось. Сделай вторую. Скидочка. Уж не знаю, был ли там заступ за боковую или нет. Он очень уверен. С игроком с мячом надо быть. Десятников не укротил мяч. О'Нил разбегается. И алиупа такого не получилось эффектного. Но, тем не менее, быстрая контратака. В исполнении О'Нила и Брокмана завершается тайм-аутом «Зенита», поскольку провал есть провал. Красиво сыграно, на самом деле.